центре медицинской профилактики с 17 января начнет работать школа здорового образа жизни. Любой желающий, посещая школу ЗОЖ, может научиться основным принципам здорового образа жизни и узнать больше о факторах риска развития инфекционных заболеваний. Школа будет работать каждую среду в 13:00 в самом центре. Необходимо только заранее записаться. Также те, кто посещает школу ЗОЖ, смогут получить консультации узких специалистов. 17 января в центре медпрофилактики дадут консультации терапевт, отоларинголог, педиатр, невролог, акушер-гинеколог и клинический психолог.